Тактика прохождения Нихиль. Обсерватория, нормальная сложность. Данную активность рекомендую проходить 12 человек. Желательно распределиться вокруг босса, так как периодически бывают АОЕ от турелей. На рандомного человека кидается баф вихрь клинков. Стоим отдельно от всех и прожимаем сейвы, так как этот баф ауешит рядом с вами других игроков. Когда босс неуязвим, нужно отключить турели. Подходим к турелям и нажимаем контекстное действие. На одного из игроков вешается купол, который защищает рейд от АОЕ урона. Игроки собираются под ним. Важно сбрасывать щит при наборе 6-8 стаков, после чего его должен поднять другой игрок. Дальше все идет по кругу до 25%. На последней фазе боя, когда у Нихиля остается 25% здоровья, вместо фазы активации турели начинается фаза с лужами. Как и на фазе с турелями, на случайного игрока появляется щит, после чего буквально через несколько секунд по ним появляется лужа. По команде все перебегают налево или направо. На этом тактика заканчивается. Всем удачи в прохождении, всем пока и до скорого.